Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. Як завжди, по понеділкам ми зустрічаємося з представниками охорони здоров'я. Сьогодні в нашій студії Людмила Іваненко, обласний дитячий ендокринолог, завідуюча відділенням гастроендокрологічної обласної дитячої клінічної лікарні. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. 14 листопада буде Всесвітній день боротьби, я так розумію, з цукровим діабетом. Сьогодні ми поговоримо про цю подію, поговоримо взагалі, що це за хвороба, як вберегтися, які симптоми, і все на цю тему. Отож, хотілося б розпочати з того, взагалі, навіщо потрібно започатковувати було цей день? Вопрос в тому, що чому навіть 14 ноября? Тому що 14 ноября 1891 року родился Нобелевский лауреат в дальнейшем Бентинг, сэр Фредерик Бентинг, который открыл инсулин. Это целая эпоха в лечении, понимании диабета. И именно этот день назначен Всемирной организацией здравоохранения Днем диабета. Для чего это было сделано? Для того, чтобы обратить внимание мировой общественности на эту большую проблему. Да, открытие инсулина произошло в 1921 году. С этого момента его используют для лечения больных сахарным диабетом, но количество людей, больных сахарным диабетом, увеличивается с каждым годом такими темпами, что по аналитике Всемирной организации здравоохранения количество сахарного диабета к 2030 году будет просто удвоено в мире. Это огромное количество людей, больных сахарным диабетом уже. И количество умерших от осложнений сахарным диабетом будет стоять на четвертом месте в мире. Это тоже очень высокое место. И для того, чтобы обратить внимание людей Всемирной организации здравоохранения и започатковала, как говорят на украинском, этот день. В этот день и людям, связанным с этим заболеванием, и вообще общественности, потому что существует много организаций, связанных и городских, да, люди, больные сахарным диабетом. Есть и всеукраинская, и городская организация, и взрослые, и дети, и так далее. То есть в этот день напоминают о тех позициях, на которые стоит обратить внимание. Но для начала, наверное, мы определимся с вами, что же все-таки такое сахарный диабет. Сахарный диабет – это группа заболеваний, которая характеризуется проблемами работы поджелудочной железы и явлениями высокого сахара, как говорят просто, или гипергликемии, глюкозурии, то есть появлением сахара в моче и дальнейшими осложнениями, которые на фоне длительной глюкозурии и длительной гипергликемии появляются у этих больных. Причем сахарный диабет, все об этом знают, напомню кратко, он бывает первого типа и по классификации его еще называют инсулинзависимый. Это тот диабет, который до 1921 года никто не спасал, потому как никто не знал, от чего умирают, не знали, что это именно недостаток инсулина. Второй тип сахарного диабета, более распространенный, он встречается больше у взрослых людей. Есть такой же диабет, который называется диабет гестационный, то есть когда обнаруживается гипергликемия, глюкозурия у женщин во время беременности и по истечении беременности, это заболевание, его симптомы могут исчезать, могут оставаться, но дальше они могут появляться, могут не появляться. И первый тип сахарного диабета – это инсулинзависимый, как я сказала, вот он активно начал лечиться с 1921 года, но среди этой группы заболеваний в последнее время у нас на Украине стало возможным, не только у нас на Украине, и во всем мире стало более возможным, более детальное генетическое изучение этого заболевания. И последних 5 лет мы можем и у нас в городе, и в области определить такие формы диабета, которые называются моногенные, те, которые передаются по наследству, генетические формы. Изучается
генетика этого человека, этого ребенка, который обратился к нам. Есть у нас один ребенок по анализам, которые проводили в Кембридже, мы отсылали туда кровь, в Чаковском районе есть такой ребенок, у которого есть такая форма диабета, он не нуждается в инсулинотерапии, он не нуждается ни в других никаких медикаментозных средствах. Только просто у него есть такая болезнь. У него есть такая болезнь, которая нуждается только в одном, написано диетотерапия. И вот Всемирная организация здравоохранения разработала несколько таких рекомендаций. И доносить это до граждан, до людей нужно. На чем основывается как лечение, так и профилактика сахарного диабета? И на первом месте стоит рациональное питание. Там даже не написано диетотерапия, написано рациональное питание. Так складывается жизнь человека, что в последнее время очень много вокруг таких соблазнов, как белковая пища, булки, пироги, торты, сладости в большом количестве. И вот это оказывается нерациональное питание. Я порой, когда появляется новый пациент, новые родители с этим ребенком заболевшим, сразу спрашиваю, чем питается ваш ребенок? И задаешь вопрос насчет конфет. Ну, ест конфеты, но вопрос еще иногда бывает. Сок, печеньки, сколько? Да? Печеньки, соки, конфеты, легко усвояемые углеводы, еще и сладкие. И нагрузка на поджелудочную очень высокая. И поджелудочная не всегда может выдержать такой нагрузки. То есть чем это может закончиться? Может закончиться заболеванием. И, конечно же, речь идет не о какой-то диетотерапии, речь идет просто о правильном рациональном питании. Никто же, нигде же не написано, всегда говорят, давайте посмотрим книжку по правильному питанию здорового ребенка. Где-то написано конфеты 3 раза в день или конфеты каждый день по 0,5 кило. Или, ну мы же только хороший шоколад, Milky Way, 3 шоколадки в день. А где-то, я вот не видела такого написанного. Поэтому как профилактика, как момент правильность питания. А правильность питания, она складывается из семейных традиций питания, да? В каждой семье все кушают по-разному. Но есть определенные моменты, когда можно открыть книгу и посмотреть, как нужно правильно кушать, сколько нужно кушать овощей, а их, оказывается, нужно кушать просто в норме много в течение дня, до 70% объема пищи предполагают, что это должны быть овощи. Тоже использование в пищу каши. Это продукт, который содержит клетчатку, это правильно, это разумно. Конечно, должна быть пища: мясо, творог, рыба, яйцо. Нельзя для детей особенно, для взрослых можно сказать, вы можете просто не есть. Детям мы не имеем права сказать, там, просто не есть хлеб или просто не есть кашу. Мы должны ребенку составить правильный, рациональный, здоровое питание для ребенка этого возраста. То есть для ребенка что больного, что не больного сахарного диабета, мы составляем рациональное питание и рекомендуем питаться правильно. Мы ничего не запрещаем. Мы просто говорим, что для всех людей, больных и не больных, не очень хорошо злоупотреблять сахар. Сахарный диабет только от сахара может быть? Но он может быть... Второй момент – физическая активность. Как складывается жизнь? Ездим на машинах, на автобусах, мало ходим, мало двигаемся. А мышцы человека предусматривают работу. Если они созданы, они должны работать, мышцы. То есть прыгать на скакалке, заниматься спортом, ездить на велосипеде, играть в подвижные игры всевозможные – это все абсолютно нормальная жизненная ситуация. И физическая активность должна быть высокой, как у детей, так и у взрослых. И если человек правильно кушает, активно занимается каждый день, ходит на прогулки или ездит на велосипеде, или ходит на какие-то игры физические, то есть занимается спортом, возможность заболеть, она будет уходить дальше. Даже если он генетически
имеет гены наследования склонности, да? Сахарного диабета. Это не просто склонность, это возможность заболеть. Но эта возможность может проявиться, а может и не проявиться. По любому заболеванию, какие по сахарному диабету. Какие первые симптомы, возможно, на что обратить внимание? Вот. Сахарный диабет имеет свои симптомы. Это жажда. Начинает много пить человек. И родителям я всегда спрашиваю первый вопрос. А ночью ходил мочиться? То есть были проблемы? То есть много пьем, много писаем. То есть здесь он же в себе не задерживает. Вот эти симптомы два уже настораживают сразу. Да? Почему вдруг до этого никогда не было? А тут день, два, три, а он и много пьет. Да, повышается аппетит, но при этом люди худеют, теряют вес. А кушают больше, а вес все равно теряют. Вот эти симптомы как только появляются, но эти симптомы появляются, могут появляться остро. У детей они появляются остро. Резко начал пить, резко. У людей возрастных, то есть после 40, если начинает появляться сахарный диабет, к сожалению, не всегда люди обращают на это внимание. Ну, похудел, а был лишний вес. Ну, похудел вроде бы и хорошо. А от чего он похудел, человек так, может, и не понял. И, к сожалению, существовали и существуют такие методы. Измерение сахара в крови, то есть натощак, пожалуйста, пошел в поликлинику планово, измерил, и ты уже знаешь, есть сахар натощак, определенные нормы. Они должны быть ниже, чем 6,1. Если они выше, нужно бежать уже к врачу, обратиться за помощью, чтобы понять, какое начало, начало это сахарного диабета или оно уже давно. Иногда бывает так, что приходит пациент ослеп или снизилось зрение, приходит к врачам-окулистам, и ему диагностируют диабетическую ретинопатию. Человек не знал, что у него диабет последние 10 лет. Да, где-то худел, да, где-то плохо себя чувствовал, да, была утомляемость. Но как-то люди с возрастом, может, не всегда на себя так обращают внимание, к сожалению. А это заслуживает внимания, потому что на первом месте, еще раз говорю, рациональное питание, да, то есть нормализовав свое питание, и для людей со вторым типом, когда они заболевают, на первых 6 месяцев, 3 месяца, 6 месяцев дают такие рекомендации – нормализовать свой вес, то есть уйти от ожирения, если таковое есть, уйти от избытка массы, если таковое есть, вести активный образ жизни и измерять свои сахара, и человек только на этих двух рекомендациях без медикаментозного может достичь нормальных сахаров и уйти от возможных осложнений. А есть ли возраст, например, вот, в котором больше всего надо опасаться, больше проверяться? Знаете, последнее время такова тенденция, что сахарный диабет появляется так много и среди детей, даже среди маленьких детей. Недавно ко мне поступил ребенок один, ему 2,5 года. И когда мама пошла в поликлинику, говорит, врач, он так много пьет и писает, надо сделать сахар. А семейный лекар сказала, да, в таком возрасте у него не может быть сахарного диабета. А, к сожалению, сделали, а он таки появился там. Хорошо, что сделали. Хорошо, что сделали, да. То есть он может появиться и у годовалого ребенка. И маленьких детей до 6 лет, за последние 10 лет даже по Украине, количество выросло неимоверно. То есть с раннего детства может появляться сахарный диабет. Уязвимая группа – это люди после 40, люди с лишним весом. Поэтому все те рекомендации, которые… первое – рациональное, правильное, оптимизированное питание. Второе – физическая активность. И только на третьем месте могут быть медикаментозные средства какие-то. И еще очень немаловажный момент. Кругом написано, Всемирная организация здравоохранения в этих аспектах рекомендует бросить курить. Это тоже бич, которым страдают и подростки, и взрослые люди. Это тоже все стоит на том, чтобы сберечь свое здоровье, чтобы или не дойти до самого заболевания сахарный диабет, или же избежать возможных осложнений. Сам сахарный диабет, он же, это заболевание, когда сахар 30, ребенок носится по коридору, у него ничего не болит. Не 20, не 30 сахар, сахар высоченный. Он съел что-то, ему не сделали ничего для того, чтобы этот сахар снизить. У него ничего не болит, и он прекрасно бегает, но это бегает до, пока не появится осложнение. Те, из-за которых он не сможет бегать, это то ли полинейропатия, то ли проблемы с ногами, то ли, то есть
осложнения. Да, они наступают не сразу, но они наступят, и это печально, потому как диабетическая слепота, осложнение почечного характера, осложнение ампутации и так далее, это общеизвестно, на слуху у всех, да? Но можно дойти до этого, а можно прожить до 90 лет и не иметь этих осложнений. А можно как-то вот снизить этот же сахар у ребенка? Вот, понимаешь, что вот съел много конфет. Съел много. Но не уследили. И дети знают даже, которые болеют сахарным диабетом. Мы никогда, смотрите, мы не рекомендуем освободить от физкультуры или запретить физические упражнения. Боже упаси, наоборот. Нужно привлекать к физической активности, нужно рекомендовать ходить на тренировки. И детки знают, что если пошел на тренировку, то сахар будет падать, потому что работают все мышцы, стремительно падают сахара, и здесь можно подъесть и бутерброд, и какую-то, может быть, съесть какую-то конфету. Потому что действительно для того, чтобы вывести из гипогликемии, по всем рекомендациям рекомендуют или сахар. Гипогликемия – это низкий сахар. Может ли он быть? Может. На фоне лечения сахарного диабета медикаментами и инсулином, и таблетированными препаратами явления гипогликемии могут быть во время тяжелой физической нагрузки, во время занятий спортом. Поэтому для того, чтобы их обучить, и они знали, если вдруг появляются симптомы гипогликемии, а вот гипогликемии они чувствуют головная боль, слюнотечение, помутнение в глазах. То есть есть определенные симптомы, когда человек начинает ощущать себя дискомфортно. И в глазах темнеет, и он понимает, что это с ним происходит резкое снижение сахара. И в этой ситуации, ну, американцы, они вообще рекомендуют, особенно дети это любят, выпить стакан Кока-Колы. Или Кока-Колу, да. Ну, как-то нашим они... этого нельзя говорить. Они выпьют бутылку. Нет, ну, дети разумные, но в это время они знают, можно выпить Кока-Колу, съесть конфету, или, то есть... Прекратить это резкое падение сахара можно вот такими продуктами. Как вы считаете, почему вот в последнее время все больше и больше вот распространяется это заболевание? Оно же все-таки не передается просто так? Оно передается по наследству. Второй тип 50% генетически наследуемый тип. Первый тип пока считали, что это по последним исследованиям порядка... 8-10 до 10% генетического наследования. Но малоподвижный образ жизни, легко усвояемые углеводы. Что рекламируют на каждых, на всех рекламах, какую пищу? Макдональдсы, пиццы и так далее. Проанализируйте, насколько эта пицца соответствует тому, что должен кушать человек. Где много углеводов, где недостаток овощей. Рацион питания для человека имеет огромное значение. Сколько едим, что едим и когда едим. Малоподвижный образ жизни и неблагополучное питание приводит ко многим заболеваниям, не только к сахарному диабету. Хотя это достаточно простые вещи. И набор овощей у нас на Украине – это недорогое удовольствие. Это не супер какие-то продукты. Каши, все виды каш, все виды овощей. Но у нас только редьки и редиски одной, сколько растет на наших землях. Вполне капусты, 80 видов. Но всегда ли на столе есть тот набор овощей, свежих, тушеных? Хотя бы один вид. Да, наш украинский борщ тоже очень замечательный продукт. Там есть все овощи, но немножко многовато картофеля, может быть. Ну, то есть, это моменты, которые бабушки, когда идут к своим внукам в гости. Но я тоже бабушка, я тоже хожу к внуку в гости, но... Как-то на конфеты я никогда не обращаю внимания. Есть другие вещи. Есть красная икра, которую можно подарить ребенку для того, чтобы делали бутерброд с красной икрой. Это полезней. Там есть витамины, жирорастворимые, натуральные. Конфеты, соки. Есть другие продукты, которые более нужны маленькому ребенку для его развития. Есть велосипеды, есть ролики, есть коньки. То есть привлечь ребенка к здоровому образу жизни – это задача родителей. К физической активности какая? Всегда говорю, мама должна правильно готовить, а папа должен приучать ездить на велосипеде, играть в прятки, и, то есть бегать, гантели поднимать и так далее. То есть удел родителей – распределить свои обязанности в воспитании ребенка такие. Ну а взрослый человек, он сам себе хозяин. Он сам должен смотреть,
Как правильно покушать? Что лучше покушать? Или булочку купить, или купить овощи, которые более полезны, но другое сочетание овощей для того, чтобы не губить свое здоровье. Правильное питание, физическая активность и бросить курить. Залог успеха. Да, вот так вот пишет Всемирная организация здравоохранения во всех своих документах по рекомендациям, как уйти от заболевания, как на фоне уже появившегося заболевания себя вести. Вот с этого, с элементарно простых. Этого заболевания появляется много во всех странах, по всему миру. И если спрашивают, а где наибольшее количество этого заболевания, ответ напрашивается сам по себе. Там, где больше всего людей живет. Это Индия, где густо, это Китай, где густо населенные страны, там и более. Распространенность этого заболевания, она по всему миру высокая. Если не ждать вот первых симптомов, как часто нужно проверяться, куда ходить? У нас в поликлинике и семейной амбулатории все это открыто для людей. Было раньше такое постановление, и по протоколу после 40 лет людям рекомендуют раз в полгода сдавать анализ крови натощак и отталкиваться от этого. Это без наличия симптомов, да, каких-либо других. То есть это называется плановое, диспансерное наблюдение людей до определенного возраста. У детей нет такой необходимости, но здесь должно быть внимание родителей и школы, то есть если появляются какие-то симптомы, то обратить внимание, что а может ли быть? Может. Сахарный диабет может быть в любом возрасте. И у детей тоже может быть. Если появилась какая-то жажда, полиурия, какое-то исхудание, какие-то есть проблемы, нужно идти обращаться к врачу. Не к знахарям, не к кому-то еще, которые владеют какими-то несанкционированными методами лечения, потому что это плохо заканчивается. Все должно быть цивилизовано, все должно быть подконтрольно, и все должно быть так, как накопленный опыт говорит за столько веков существования той же медицины. Во времена Гиппократа это заболевание называлось диабетус меллитус, сладкое, как определяли, пальчик в мочу и на язычок. И она была сладкая, то есть это было мочеизнурение, сладкое мочеизнурение. Вот таким образом определяли, ставили диагноз. В настоящее время существует масса всевозможных вещей, такие как глюкометры индивидуальные. Глюкометры индивидуальные, они созданы для больных сахарным диабетом, для того, чтобы они уже мерили свой сахар. Это индивидуальная вещь, за 5 секунд он показывает твой уровень сахара в крови. Для диагностики мы не используем этот, то есть если у нас есть какие-то жалобы, всегда лабораторно необходимо измерить сахар в крови. Да, бывают иногда такие вещи, перестраховываются родители или бабушки, или дедушки. Кто-то в семье болен вторым типом сахарного диабета, имеется глюкометр, померили ребенку, увидели вдруг где-то высокий сахар, они знают, что все, что выше 6, это уже будет высоко, и уже, ну пусть лучше это будет так. Пусть лучше мы посмотрим внимательно, обратим внимание, потому что да, если бабушка имеет второй тип или дедушка сахарного диабета, может ли быть у внука или внучки? 100% может быть. Не 150, извините, потому что наследование 50%. Может быть. Поэтому исключить можно тогда, когда вы обратитесь к специалисту, и специалист вам поможет. И вот для того, чтобы люди, скажем так, сообразили, насколько это все серьезно, лечится ли этот сахарный диабет? С каким трудом, возможно? Во всем мире он, первый тип сахарного диабета, тот, который чаще встречается у детей, лечится одинаково. В любой стране его лечат, к счастью, инсулином. Инсулин – это замечательное лекарственное средство. И нужно понимать его, и нужно к нему относиться с уважением. Мы используем сейчас инсулины генно-инженерные, человеческие, прекрасные, которые помогают сохранить свою жизнь и жить счастливо и прекрасно, если вы поймете, что это такое, как с ним нужно жить, почему сейчас кругом пишут, диабет – это образ жизни. Образ жизни состоит в том, что нужно научиться знать себя и научиться дружить с инсулином и уметь делать эти уколы, подколки и жить так, как живут все. Не ограничивать себя
Но я не считаю, что ограничивать в конфетах себя – это слишком большое ограничение. Но мы говорим, если очень хочется, можно съесть иногда и одну конфету. Но есть сколько? Да, вопрос. Все в меру. Все в меру. Вот это, в этом и заключается правильное, рациональное, разумное питание. Напередодні дня боротьби з діабетом ми спілкувалися про це захворювання, про те, як з ними боротися, про те, які бувають симптоми, як лікуватися, до кого звертатися і так далі. Дякую вам, що ви сьогодні нам про це все розповіли. Я сподіваюся, що ваша інформація допоможе нашим глядачам і багато хто уникне різних, скажімо так, складнощів. Ще раз вам дуже дякую. Зустрінемось рівно за тиждень.